Сейчас у нас часовая, потом... Ой, love story, потом мы. Столица 13 ровно, здесь Максим Привалов. Следующие 3 минуты love story в записи. И опосля Дима Колдун живьем, живи в удовольствие. Это Love Radio. Я за тобой готов идти по краю. Кстати, мы уже в эфире. Я для него, понимаете ли, и чай попросил заварить, и уши, вернее, громкость в ушах, в наушниках убавил, а он для меня пока ничего. Дмитрий Колдун здесь сегодня в прямом Love Radio эфире с 13 до 14. Здравствуй. Доброе утро всем. Доброе утро. Такое ощущение, что утро твое сегодня явно недоброе. Ой, точно, еще же уже не утро, но да. Тем не менее. Ну, сказал, что лег вчера в 12. Что делал? Что делал до 12, да. Или после 12? Ну, после 12 спал, как я понимаю. До 12. Хотя не я... факт. До 12 я ел, но потом спал. Так, примитивник. Могу сказать. Не удался. 956-106-6. Телефон этот даже Дмитрий Колдун сейчас выучил наизусть. 956-106-6. Я знаю. Да, поэтому телефоны Love Radio слушатели со всех городов и веси наши необъятные могут дозваниваться, спрашивать любимого артиста все, что у них в душе, собственно. Могут рассказывать что-нибудь. А ты любишь больше слушать или говорить? Я, на самом деле, люблю больше слушать. Да? Потому что сказать нечего или нет? Или потому что благодарны слушать? Нет, ну, потому что я люблю слушать. Мне это всегда найдется, что сказать. Но вот иногда не хватает каких-нибудь слов послушать. Мне тоже найдется, что спросить. Например, вот первое, о чем я спрашивал Дмитрия Колдуна, напал в интернете на информацию, что в 12 лет попал в белорусскую книгу рекордов Гиннесса за рассказ из 185 слов, начинающихся на букву П, которую написал сам. Да. Расскажи про этот героизм.